всего лишь. Я не понял, из ГБ кто-то пойдет с пехотой или все втроем останетесь в этой? Нет, Терекс идет пехота, пехотинец. Я пойдет тоже. Кто за ним пойдешь, я не смогу дальше пытаться. Значит, Дефендер пехота. Я вообще не понял, куда я останусь. Вот не делал, мне даже становим 100. У вас 12 хуже, чем в общем из всего. Так мы же будем. Я в деревне. А прикинь, я снимаю. Я
присаживаемся все, кто пехоту идет. Присаживайся. Говори же сами, кто у вас кто. Вот Терекс уже бегает здесь. Терекс, он пехотинец. Он с нами. У меня даже... РБ пришли на ЛЗ вообще. 10. Я могу только в пехоте, это Дефендер. Давай в пехоте, тогда обоев и дым остаются в батаре. Разница какая, блядь, батарея 10, на суше 10. Крик, нам куда идти, не идти? Кстати, пока там. Штаб ТРБ, мы прибыли на позицию. ЛЗО. Я принял, дальше по плану действуем. Выгружаемся все в лес, Эдик, машинку на вторую позицию. Давай, вязать этот целенький. Нет. Он здесь просто как бы... Так, чел, подойди. Которого... Ну, а грузится вот или нет? Сейчас к лодкам будем распределяться. Штаб, грузимся в лодки или ждем команды? То есть это называется штурмовые лодки? Нет, не грузимся, лодки, еще да? Одной лодки нету. Да. Лео, на связи? Штаб ТРБ, нам в резиновой лодке садиться? Нет, пока что. А, в лодке штаб? Никто не садится. Штаб, штаб, штаб. Так, на выход. Слушаю. Сколько места? Вот, вот. Отделение КНД полностью не сядет. Два человека не вылезают. Ждем. Принял, тогда закинем на вертолетов потом. Все те, кто не влезет, все, значит, полетят последней порцией на вертолет. Пятый мел силы лодок. Привет. Штаб, вот вертолет Лео. Как? Живой там? Нормально все? Да, я живой, часть БК потратил на замок и вокруг него зону. Зушка, похоже, не выбита. Принято, это нехорошо. А, по тебе пуски были? Да, вертолет КНД, прием. На связи, что? Ведем последнюю лодку. Принял, Ля, отлично. Ребят, предложение такое, сажайте двух пулеметчиков по бокам и одного стрелка посередине. Три, когда дагер включил? Все правильно, так и делается. Не знаю. А зарядка на точке назначения? Еще пока нет, везем. Штаб движется к точке, еще не доехали. Медленные машинки, газоны. Супер, нас потеряли. Один убит. БТР ЮН на позиции. Дым, ты живой? Мне нужен бинт, у меня бинтов нету. Лео, зарядка на ВПП. Повторите. Зарядка на ВПП. Можно заряжаться.
БТР один на позиции. Как-то отойди в сторону. Можно подлетать, да? Медик. Да, можно. Матка с РПГ, перевяжи его. Так, кого перевязать? Матку, вот он. Перевяжи его. Он внутри лодки, да? Да нет, он наружу. У него РПГ еще торчит сзади. Но он у лодки стоит, да? Да вот, на берегу, здесь, вот он, шатается. А что стоит за БТР у воды? Почему еще все, не правда, отправлен на точку ожидания? РБ, ваш БТР? Что делает? Знает. РБ на связи. А, это Фокс. На связи. Не хватало это РБ, ждем своей лодки. У нас один человек потерян, кто-то гранатки. Если где-то есть свободные места в лодке, то забирайте кто-нибудь. Боев. Так, ищите свободные места в лодке. Пиздец, звуковилик. Бля, ребята, подойдите все звуки. Что это? Это пиздец, баньте его нахрен, баньте. Бля, он сейчас сильно перехуярит. Честно, не знаю, но кто-то гранату кинул опять. По-моему, это МКВ. Сколько таких специально сделали в настройках пресета старой армы? Раненых много. Я вот себе поставил, у меня на ГРН видно. Картошка смотрит. Так, сейчас я куплю за занимаемые. Это наши, да, вот? Должна быть наши. Бля, нахрен я на середину, блядь, чё он делает? А там нельзя договориться с вертушкой, чтобы он ее как-то поближе кинул? Сейчас, сейчас парень там подвезут к нам. Кто там подплывает к пустой лодке? Подвезите ее на берег, пожалуйста. Все, можно грузиться и уплывать. Так я слушай, а до тебя связь была там отсюда? То есть когда ты возле скалы стоишь? Стою. Я говорю, когда ты возле скалиста вот там работал, до тебя связь добивала? Нет, только трое один раз вышел. Принял. Три к нам, по-моему, никто не собирается эту лодку подвозить. Да, лодки есть, лодки. Пустой лодке кто-нибудь на берегу. Берегу, куда не уплываешь, понятно? Одна лодка стоит в центре озера, ее никто не хочет подобрать. Так, кто? Отделение, которое еще осталось без лодки. Да пиздец, три а есть медик возле лодки? РБ, одного человека взяли, забрали лодку, подвезли сюда. Понял. Все остальные к старту, то есть к концу губы. Подъехали на лодка. Быстренько, ребят. Не к Дельте, не к Мишельку, а наоборот, к самому концу. То есть, на метку лодки. Кто хочет на лодке плыть, все не смогут. В смысле все не смогут? Все там смогут. Все не поместят. Все, подъезжаю, садитесь. Добровольцы есть. Я на вертолёт. Метка можешь с борта. Ты с нами можешь на вертолёт. Потом штурмал. Он только я напустился. Вы садитесь в лодку или нет? Трик, ну ты чё, алё, ёлка? Сколько? Да я не буду с вами плыть, я на вертушке полечу тогда. Блядь, у тебя ДВ, как что значит не буду? Садись, ладно, штурмовай. Куда? Оставших я не знаю куда. Как? Давай сначала все сядут в лодку, и мы посмотрим, кто остался, и уже решим. Штаб, у КНД два человека остались на ЛЗ. Заберите их на ЛЗ. Я не вижу, я вижу только одну лодку на метке лодки сбор. Пожалуйста, все лодочки пригнали на метку лодки сбор. Давайте, да, спектатора, вас заберет вертушка. И на метку РБ, 5 ЮН и все такое. Я нашел, это самое, Лео, нашел ПК?
Да, все уже сделали, сейчас ее осмотрим. Отлично. Там, правильно? Мы на метке лодки с борта стоим, ждем. Так, все, ладно, лодки. Начинаем движение, собираемся на метке лодки с борта. Тоже все, движение по метке с борта, лодки с борта. Которые не нарисованы на эскажнесные. Штаб, кто заберет оставшихся людей? Чуть-чуть. Заберет вертолет, скорее всего. Все, принято, КНД выдвинулся. Парни, мы выдвигаемся, давайте вас вертушка заберет. Так, у РП 3 человека осталось. Заберете их, да? Да. Штаб, это Ми-8, что делать? Ты видишь вниз, нет? Пока ожидать, сейчас, скорее всего, летим все вместе с вами. То есть я и остаток, который тебе сейчас на острове. Подзаправьтесь пока. Трю, подзаправьтесь. Расскажите кто-нибудь что-нибудь в КВ. Ну. Да, я не могу понять, он работает или нет. Штаб, была команда на выдвижение или нет? Да, все лодки начинают выдвижение по машине. Сбор на точке, лодки, сбор. Как приняли? Не буду включать. РБ приняли, плывем. Фендрик, кто там остался, вас, короче, заберет вертушка. Скажите частоту КВ. Штаб, лодка на метке своих отделений встать или дальше ехать на метку сбор? Еще раз, кто? Это пятый, на метку отделений своей лодки встать или дальше ехать на метку сбор? Нет, дальше. Все едут на лодке сбор. Все. Слушаю. Значит, пока недалеко уплыли, все лодки, которые доедут до лодки сбор, ставят там на себя метку, что они прибыли. Ну, сообщают как-то. Скорее всего, не будет добивать... 1250, что ли, дальность видимости. Уже Амос выдвигается на южную метку лодки сбор? Да, уже давно. Все, принято. Короче, ладно, я отойду пока. Я. А в мост БТРом-то ждать стоит, да? БТРы ожидают, да. Значит... Ну, если я потеряю этих лодок, которые впереди из виду, то ничего не будет. Но если они оторвутся, то будет плохо. Теперь с ним кого нет.
Томас, ты скажи, когда взлетать, а то я сел неподалеку, ожидаю. Лео, это ты? Да, это Лео. Поставил на себе метку, по команде вылечу. Это Лео, ты... Это Лео. Алмаст. Слушаю. А ты где будешь, просто чтобы знать, что добивает до тебя или нет? А я буду с вертушкой летать примерно в районе действия, то есть чтобы добивать. Ну что там слышно? Так, я пропустил. Ты мне дашь команду на вылет или уже вылетать? Да пока не надо, пока не надо. Короче, никуда не поедем, скорее всего. Точнее, мы даже не успеем. Зачем? Зачем? Зачем на второй канал? Так они далеко, они нас не услышат, ты чё? Они все умрут ещё, скорее всего. Будем... Их не будет слышно ничего. Ну окей. Они их слышишь уже? Нет, никого не слышно, никто же не пикает ничего. Они же уехали далеко. О, видишь, кто-то есть. Ну, это далеко и не слышно. Вертолетов-то нету противника, да? Штаб ТКНД, а как БТР атаковать будут? БТР у них есть все вроде. Значит, всем остальным БТРам, которые меня слышат, да? Значит, если совсем все плохо, никто не выходит на ДВ с мет, по я меткам не знаю, связи нет, то значит вы направляетесь просто во лгу. Короче, понятно? Это значит, что всех нас убили. БТР бы приняли. Они, короче, в Волге будут умирать потом. Точно. Да. Лодки, которые меня слышат, если слышат, ставьте на себя метки, пожалуйста. Мне непонятно, где вы сейчас находитесь. Только зачем ждать, может, мы сразу? РБ метка актуальна. РБ я вижу, остальные меня интересуют. Перед нами еще одна лодка. Я что предлагаю? Предлагаю на ВПП ехать. Чем мы здесь будем стоять? Алмост, это БТР, РБ, может, мы на взлетку поедем? Ну, вообще там самый северный. Это чей? РБ, БТР, ГБшников. У тебя там бойцы какие-то есть? Нет, мы с дымом вдвоем тут. На взлеточке не надо, вы лучше вот на метке РБ, БТР, ожидание побудьте. Примерно в этой, значит, в этом месте. Прикрывайте наши машинки, чтобы их не уничтожили. Приняли? Приняли. Мы прикрываем наши машинки. Какие? Да. Какие машинки? А я фиг знает. Мы же ничего не видим здесь. Ну ты это ВПП вертолет не видишь оттуда? Не видно? Ну там край аэродрома видно.
Да не, блядь, не аэродром. Метка ВПП вертолеты, где мы стояли. ЛЗ общая, это стрелки штаб. Бухту, короче. Вижу, да, вижу. Ну, тебе вот их надо прикрывать, значит. БТР Е на дальний? На дальний. Давай. Алмаст, это лево, проверка, добивание, давай. Добивай. Лево, послушай, ты можешь, в принципе, вылетать, пошатать их, еще раз вернуться, скорее всего, перезарядиться. Принято, так и сделаем. Только, пожалуйста, выживи. Постараюсь. Да, это далеко, наверное. БТР стреляет, друзья, пулемет. Что такое? Я слышал вот внизу где-то там выстрелы с этого с пулемета. Прямо по курсу. Ничего не передают. Я не знаю. Но я слышал где-то с той стороны. Далеко, правда. У меня еще звуки приглушенные. Но я точно слышал. Две очереди. Одна длинная, одна короткая.
А впереди РБ, чья лодка плывет? Лодка, которая ближе к берегу. Вы слишком близко к берегу. Отплыть немного восточнее. Вертолет слышишь? Вертолет шумит. А вон он взлетает. Звук стоит. И нажми Home. Там есть опция настройки. И там есть приглушить звуки микротехники. И звуки окружающей среды не будешь слышать, если включишь. Может, отключено. Чья лодка плывет в сторону севера? Да. Ну, я не знаю, как тебе удобнее сидеть. Мне лучше слышать. Так, ТРБ, мы видим катер. ЮН, ты уничтожьте катер справа от вас. ЮН, катер, вы о чем, какой катер, ребята? Какой катер? Возле нас плавится даже катер. С кем? Там враг? Не видим. РБ, видимо, от нас справа катер плывет в сторону севера. Блять, спалились мы, ребят. Так, Алмост, прием. Открываем огонь и уничтожаем его. На связь. Катер там их встретил. Бахать катер какой-нибудь на востоке, искать или нет? Да, если найдете этот катер, уничтожайте его, не надо. РБ, пришли. У нас только резиновые лодки. Понял, еще посмотрим. Штаб, это Бетер Пятых, а что стоит за этот маркер, вопросительный знак возле имени? Ничего было там весело. Поставь на себя метку, ёпрасоте. Не знаю. Так, без метка понятия, на меня стоит, ты чё, Иркут? Да нет у тебя метки. Бетер Пятых, что, не стоит метка? Катер ушел, у нас скорость маленькая. Да, в погоне не растягивай строй. Да, место назначения прибытия. Еще и скорость выше, говорят, начали стрелять, он ушел. Я, видимо, не в тот канал поставил. Тут какая-то хитрая система меток. Так, ТРБ план такой же. Значит, с метками shift и в сторону. Чтоб метку нормально поставить. Shift и в бок, то есть тогда меняете. Это вертолет Лео отработал берег. План тот же. Лео, быстренько перезаряжаться, если все БК отработано, и назад. Потому что БК не все долетишь. Отработал. Дорабатывай все, перезаряжайся очень быстро и возвращайся. Принял? Принял. Я БТР катеров никаких не вижу. Можно меточку? Катера в районе Солнечного, не обращай внимания. Томас, пытай конкретно берег. Еще раз. Конкретно берег? Это кто спрашивает? Всем лодкам еще раз прибыть на точку лодки сбор. После того, как все 5 лодок будут там, на метке лодки сбор, РБ впускаем на 150 метров от себя и начинаем атаку. Приняли? Да, сэр. Может, Беттером уже поближе выдвинуться? Так, отработал БК, лечу на зарядку.
Да. Причем. Значит, те лодки, которые добираются до лодки сбор, обязательно носят метку и докладывают ПДВ. Лео, ты уже улетел на... Да, уже улетел. Над катерами только что прилетел. Все принято. А, быстренько. Так получится. Тютелька в тютельку. Тороплюсь. Штаб или все, короче, спортивная лодка, это враг. Плывет. Только катер, да? Да, катер. С двумя моторами сзади. Вроде да, я не рассмотрел. Ну, патрульная, значит, нас, скорее всего, уже запалили. Так что. Ты слушаешь, да? Я не. Там слушать все равно слышно плохо. Ну да, это нормально слышно. Так, ТРБ, можете это, вертушку направить, чтобы висела над меткой лодки сбор, чтобы мы могли определить, куда тут. Еще раз. Вертушку заставить. Вертушку заставить. У вас нету этого субконтрактора, ТРБ? Да, можете вертушку... У вас нет GPS? У нас есть GPS, просто за зоны не видно. Координаты сбора 162-16, без ориентировки. Три координаты. 162-16. Слушай, у меня же бинокль, я все же могу выйти, бинокль посмотреть. РБ на точке сбора. Кто еще не на точке сбора? Не подходим к точке сбора. Пару секунд осталось. Лео на точке сбора. Лео, как не только тебе еще? Лео на связи. Это хорошо. Сейчас только вертолет услышал. Это Лео зарядил с лечо обратно. Принято. Давай, Лео, как только Лео к нам подлетает, начинаем что-то. Найди прибыль на точку. Ты видишь, где вертолет?
Нахожусь на метке метки на себя чаще. Значит, все лодочки, внимание, РБ, начинаем движение в сторону острова. Лево, вгоняешь их примерно вот по этому же маршруту, заходишь. Внимание, то есть на группу, начинаешь чистить. На группу 216, 200 на нас. Да нас прай! Лодка, если моторная, то можете уничтожать. Моторную лодку можно просто постреливать, отгонять. Они стрелять с нее не могут. Они как бы нас запалили уже, но так что. Чего? Вертушка вам откроет. Повтори, БТРом пока ожидать. БТРом ожидать. РБ, видим вражеский катер. От нас на 300. Дано. Катер, не отвлекайте, продолжайте. Принято. Короче, у меня ощущение, что у меня это... Так, это лево вижу лодки, двигаюсь примерно на их скорости. Сопровождаю. Старайся прикрыть нас. Лево, накрой желательно. Лево, накрывай. Сначала обработай весь берег, зеленые камни, вот. И оставь немножко ПК, чтобы поработать, если будут корректировки. Короче, приглушение звуков у меня походу автоматическое все-таки. Не знаю, может быть. Ты вот эмбиент слышишь? РП, где мостов уже бывает. Да, мы плывем еще. Принято. То есть, ну, вот ветер шумит, я слышу, например, сейчас. Всем отделениям по возможности прибыть на свои LZ. Не выдвигаться ни севернее, ни южнее за LZ, соответствующие UN и ID. Так, это лево, половину БК потратил на берег, ожидаю уже к более конкретных целей. Кому лодки стреляют? Зеленый.
А сами лодки-то могут корректировать? Я боюсь, что их пустят близко и уничтожат. То есть я давай на опережение. РБ, ставьте метку на машину быстренько. А сейчас пошло так. Короче, у меня и прицел не регулируется теперь. Прицел сломан вообще. Как сломан? У меня регулировался. Значит, внимание. Движение на линии, что ли? Нет, выше, ниже. В воде. А, да нет, он сломан. Говно, сбили. Сам видишь, его. Блин, у меня регулировалось сначала. Теперь перестало. Потому что не сломан. Так, а почему он сначала это регулировался? Ну, блядь, сломался, я же тебе говорю, потому что сломан, он неправильно, видишь, отображается. Поэтому у тебя там сломалась шкала ссаная. Скрипт этот тупой, который шкалу двигает. Так как шкала у тебя там все вместе, короче. Там и от ночного прицела, короче, от дневного прицела. Все, короче, РБ сдохли. Сейчас поедем. Как поедем? Перед крушением плывем своим ходом на остров. Че там лодки расстреляли, что ли? РБ плывет своим ходом на остров. 400 метров. Ну и хлоп просто. Да. О, все, все зависло. Сейчас, наверное, она будет. Не знаю, у меня облака бегут, прицел двигается. Ну, у меня цепочка появилась. Поехали, короче, на ВПП. Стоять. Алмаз на связи? Продолжайте, что? Ты зачем нужен? У них там вообще свои дела. БТР может выдвинуться? БТР, вам без скрытия некуда выдвинуться. Вас всех уничтожат. Мост как бы хотел сказать, что без прикрытия нас всех уничтожат. Кого у нас всех? БТР. У нас есть какое-то прикрытие, что ли? Нас и так уничтожат, блядь. Да, точно. А у моста оно у нас будет прикрытие-то? Он говорил, что сбили вертушку. Докладывал именно Лео, что его сбили. БТРРБ, двигаемся на ППП. У тебя нормально все? Мы едем, да? Ничего не лагается? Едем, да. Сейчас маршрут прочерчу.
не слышишь его? Там шипит что-то все. Повторите еще раз. Ну что слышно там? Да фигово там слышно. По идее должно перекраситься. Чистите, значит есть какой-то человек где-то. Нашу вертушку сбили, может БТР РБ куда-нибудь переместится уже? БТР, погоди. Мы на взлетку переехали пока уже. Принято. Только на Метку поставим для точности? Кого? Там, да, захватывают. ЮН, есть потеря. Метка стоит. Принято. Внимание, метка всех, куда идет стрельба противника. Один на связь. Один на связь.
походу все умерли. Не-не-не, там работа. Найди БТР на связи. Один. Ну ладно, мне пехота нужна. Катера до... Возможно, враг. РБ, возьмите этот катер, приедьте за нами. Еще раз, плывет 106, 151. Я вообще, знаешь, что предложу? По дороге выехать на дорогу в этом... Что за город там? Березино. Там же ровная дорога на юг идет. И до солнечного прорваться там в воду. И костел курить. Надо было так совсем вместе, конечно. Может, на херем поехать, а? Бутерин ничего, никаких команд не было, да? Стоим, ждем пока. Полник Турги хочет. Турги? Бойцов на востоке. И вообще, на востоке, наверное, на... Okay. Ты его хорошо слышишь, нет? Захватывать зону. Я думал, вот к Хельму поехать там высоко. КНД, вы на связи? Вы были за... лучше будет слышать. Понятно. Там айди БТР должен стоять, пойти. Ну и что? Он-то слышит, мы не слышим. Креч, где я сейчас находится? Б, у вас есть связь с Кричком? А с ним есть? РБ, с ним связь есть? РБ на связь. С ним связь есть?
Чего вообще ждешь от штаба, который там впереди всех их? Плавает. Айди БТР вас вызвал, что? Айди БТР, смотрите, значит... Айди БТР тут? Надо это... С вами штаб хотел связаться, видимо, не добивает. Да, проезжайте по дороге, то есть по побережью. Прикрывайте нас, мы подплываем. Кто слышал, до Березина сказали? До побережья метка стоит. Айди БТР прикрыть. Принял. Я штаб, остальным БТРам ожидать? Пятый БТР тоже может двигаться вместе с ним. Вместе с принял. Чей МПТР ожидает? Там, походу, триггер не рабочий. Да, тоже. Вы вместе с БТРом РБ скопируетесь тоже вместе и готовьтесь к выдвижению. Так. Повторите. БТР ЮН. Куда ехать, пока неизвестно. Мы выезжаем с ЮН БТР, выезжает с БТРом ID. Я правильно понял? Прием. РБ ждете, ожидайте. Принято. С БТРом ID, по-моему, пятый БТР уже. Все верно. Принято, мы тогда на ВПП выезжаем к РБ. Там же. Живы, плывем потихоньку. Метки у нас актуально проставляю. Если все-таки кто-то захочет спасти штаб, то пожалуйста, милости просим. РБ, где ваш БТР находится? Ровно на метке ГБ, БТР. Там Юнус приедет. Плюс пилот. Никто. Мы плывем с собственным руками. Плывем. Значит, 48-107. Кто там на себя метку, она актуальна, что плывет. Внимание, вот на русском там есть противник КМ-шники. Отрубайте, у нас просто материка стоят. Yeah.
внимание, что а мы терпеем те противник. А мост у тебя метки не видно. Не видно. Он плывет к вам, я ему сказал, капитана. А, в замке противник. Точно? Ну, добиваем здесь. 148, 107. Вайфу били еще. За разрывы. Кто захтевает? А чьи гранаты по замку? Так, мы на метке что плывем? Они постоянно ставят актуальные метки через 100 метров. Давай, ничего не слышно. Да нет, пока. Что штаб все плывет. Что не утонут наконец-то. К нам Петр подъехал. Они там стояли позади нас. Бетер пятых на связи. Пехотная. Повторите. Не-не-не. На связи. На связи. КНБ что делает? КНБ ничего не происходит. Зона не захватывается. Зона не захватывается, вы ее всю вычистите. Что стрельба на зам? Контролируем тела. Тела уничтожаются, да, они трудно добиваются в голову и добивайте, пожалуйста. Бывает, что очень долго лежит без сознания. БТР, иди солнечный, проезжаю. Мне здесь в текстах пишут, что зону за багнатой считать взяли. Принято, готовимся уезжать. Слушаешь, нет, дурашку? Да. Южную захватили зону. Нет, того. Уже. Почему на первом?
Так, Грифон, мы под огнем с юга. Что дальше делаем? Так, садиться на лодки, уезжать, объезжать на метку АДБТР прикрыть. Приняли? Повторите еще раз последнее. Внимание, ЮН, видели пехоту, вопросительный красный знак, один человек, на восток убегал. Боих, слышишь? У нас пехота на юге. Один БТР, как далеко вы? На позиции. Боих, слышишь меня, нет? Сейчас слышу, да, отходил. У нас пехота на юге. Это БТР, принято. Значит, Анди, мы сейчас наезжаем к вам резиновая лодка со стороны моря. Прикрывайте нас. Сейчас посмотрим. А мы, соответственно, сейчас будем прикрывать вас. Все остальные, кто в зоне, кто слышит меня, грузитесь на лодки, уезжайте, уезжайте. На позиции Анди. Все остальные БТР, как слышите, на позицию Анди БТР едем. ГБ, поехали. Позиция ID БТР, как финия. Принял, обвиняюсь. Фиг знает, не вижу этого никого. Бодр Петр на метке ID, БТР. Принято. Прикрывайте друг друга, осматривайте, сейчас подъедем. Туда поехал. БТР сгорел, БТР сгорел. А, ID пехотные живые есть еще? Какой? Прям по курсу. Не выходит. На связь. Не выходит. Тоник, командир. Виновский? Надо, мне да. Один нужен боец в БТР ID, потому что я здесь один вообще. Сейчас выделим тебя бойца. ТБТР, ГБ, прием. Хотите но. Алмаз, ты жив? Да. Вообще нет, как это произошло? Нет. Ну это вот из леска пахнет. А есть кто из-за плюс, кто плат вставлял вместе с солнцем? Может продолжить командование?
Стой, 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 пехота. Там кто-то падает, не вижу. Свой, чужой. Вот, работа, работа. Да нет, там свой. В общем, это БТР ГБ, БТР Вен уничтожен, у нас противников. Никого нет. Ну вот за полосу. Это БТР ID Азиму 210, БТР 70. Да, иди, под нас кто-то обстрелял только что из леса. Там же пехота за дорогой. Это тро, значит, там остая лодка задавила. Можно попробовать туда, он за ангары ломануться. Может, что-нибудь оттуда увидим. Подведем бой. Какая обстановка? На высотку. Ой, я не вижу высотки ни хера. Понимаю, что у меня окно, да? Короче, до конца забора и левее туда он. Сейчас крутится вот. Куда мы плывем? Да, на связи. Уезжаем просто отсюда, короче. Да, давай, поехали. Мы здесь не уедем. Thank you.
А этот островок уже заняли или нет? Потому что не окрасилось. Другой цвет зоны. Заняли. Понятно, хорошо, со мной. Да, кто-то еще плывет на метку ID. Это, или все уже приплыли? Рядом с Энди БТР, уже пехота вообще близко, 20 метров. Нет, пока, если не на машине, не высоко будет. ГБ Бутер, а вы где? Можете меня спросить? Прием, ГБ Бутер есть? Есть, метку пока не можем поставить. Митка. ГБ БТР поставили метку. Второй день тоже что-то отработало, колеса выбили. Есть метка.
к вам пехотинцы подходят, у вас сожгли. Чувствую. Чей-то БТР сожгли. Найдишь на БТР, выжигают. Обои в дым, вы живы? Если вы там, уезжайте оттуда. А, понятно, где вы. Ваше место актуально? А, понятно, не подъезжайте. Не подъезжайте к метке ID БТР, 5 БТР. Всем отделениям, пожалуйста, найдите на себя метки. РБ поставили метку, где будем высаживаться. РБ на метке ЛЗ. Сейчас пойдем в зону. Давайте назим 230. Пойдем в зону. Бетер, вы нас сами на кого? Ну что вы делать будете? Ну,
в воде сейчас плывем, солнечно. Можем прикрыть с водой, возможно, когда подниматься будет. Давайте, мы сейчас будем поднимать. А сколько ты говоришь, на 230 делать? Да. Хорошо. Просто идем в сторону долги и будем штурмовать. Еще дальше плывем. Подожди, осмотрюсь. Сейчас реально миссию зарубит уже скоро. Ну давай чуть поближе. Там будто впереди ПТР можно получить миссию. Сейчас, блин, все, нам по этим сопкам на 210 идти или прям то выйдем на высотку. Да хоть ничего. Еще дерево попали. Все как FPS низкий. У меня 30. А че мы тут с 36-м что ли убьем? Убери по рису. Я посмотрю, кого ты больше. Высота ГНД, противник. Окей. Давайте найдем его, сканируем тело и это. Впереди меня дальше. Вроде бы сотни. Я на метке РБ. Так, все, я вот сейчас уже буду отдыхать. Короче, подхожу. Стрельба прям за прибор.
Феликс жив? Да, я пробил. Ага, принял, смотрю. Чё он сказал? Так, я на метке Хайли. Я тоже. А, господи, мы к зоне подошли уже, кстати. Да. Беттер, вы можете даже в это... Через метку РБ до метки ДТХ проехать нормально, тут все спокойно и видимость хорошая отсюда. Ну это ты что-то как-то так загнул, понимаешь? Ну какой-то бег бежит. Да я выпускаю за спомнил. А, нет, это 36-й вил, впереди какой-то чел пробежал. Не, я в карту смотрел, метку ставил. Бля, я не успел, это, со спины увидел, короче, но он дальше туда пробежал. Смотри, что ты в групповой канал метки ставишь. Какой групповой? Не видно твоей метки. На 190 высоте не видно? Не видно. Тебе нужно это, shift и стрелочку. Когда метку ставишь, два раза левую кнопку, потом shift и стрелочку влево. Или вправо. Так, 36. 36-й, вот! Враг, 36-й, враг! 10-20, вот он здесь бегает. Так, я сзади вас не убил. Ползет. Внимание, на 190 это же враг. Граната. Это я кинул. Понял, хорошо. По мне с тыла стреляют. Слышу. Аймир жив? Да, пока живу. Берегу он БТР, по-моему, стоит. Прям по курсу. Да. Или камень БТР. Нет, БТР стоит.
БТР стоит, вон я вижу. Да. Такие рыжие деревья справа от них. Я не заканчиваю, там еще кусты рыжие. Ну да, это не сказать. Желтый. Сейчас желтый. Нет, я не вижу, на зуму нет вообще. С камуфляжем, даже с кем-то он будет, не ожидаем. Я не знаю, я не вижу. Не знаю, я не знаю. Камуфляжный даже с кем-то. Машина уже золотая, не сгорит. Ребята, что, живой там еще? Терст. Походу, всех убили уже. О, стреляет справа. БТР, по-моему. Не надо стрелять справа. Че, сколько? Да я откуда знаю, у меня еще есть этот. Есть 60 где-то там, недалеко. Че, ничего не видно? Че делать будем? Короче, поехали. Другу. Где никто не прикроет. Так, я знаю, куда мы поедем. Если доедем.